Этого парня зовут Джон Уильямс, и он занимается ловлей морских гигантов. Его опыту позавидуют многие любители рыбалки, ведь на его счету десятки, если не сотни уловов рыбы крупных размеров. На данный момент он рыбачит на самом длинном рыболовном пирсе в мире. В качестве наживки он использовал отрубленную голову тунца. С виду этот паренек достаточно щупленький, и кажется, что удочка вот-вот уйдет у него из-под рук. Однако стоит отдать ему должное, он смог справиться с этим монстром. Автор утверждает, что словил самого большого морского окуня в мире.